Дети сняли видео в лагере, отправили его родителям, а те пошли в прокуратуру. Шокирующие кадры показал телеканал «Вести Иркутск». В комментариях к видео дети говорят, что условия, в которых они оказались, напоминают заброшенный лагерь советских времен. Заходим в мужской душ, вот такие вот леечки у нас, вот уже стена, где тут включается свет, мы не можем найти, вот вообще лейки нету. А вот если даже мыться вот в этой вот кабинке, то вас спокойно могут увидеть. Судя по кадрам, в лагере «Лесная сказка», расположенном в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района, действительно давно не было ремонта. Дети стали жаловаться родителям и просить, чтобы их забрали домой или перевезли в другой лагерь. После того, как видео из «Лесной сказки» появилось в сети, сюда пригнали технику для ремонта. С проверкой приехала прокуратура. На окнах столовой была порвана москитная сетка от проникновения насекомых. В умывальниках в столовой отсутствовали полотенца. В душевых кабинах не было дверей. В жилых дачах площадь спальных помещений менее 4 квадратных метров на ребенка. Кроме того, имелись некоторые повреждения стен помещений. Кроме того, в лагере не было согласовано с Роспотребнадзором примерное меню по питанию детей. В связи с этим прокуратурой области руководителю регионального управления Роспотребнадзора вынесено представление. Наказание грозит и директору лагеря. В первую очередь штраф до 7 тысяч рублей. По результатам проверки Сасовским межрайонным прокурором в отношении директора лагеря было возбуждено административное производство по статье 6.7 Кодекса административных правонарушений. Кроме того же, директору прокурором внесено представление об устранении выявленных нарушений. В понедельник стало известно, что иркутские школьники, которые приехали на отдых в Рязанскую область и остались недовольны условиями проживания, уехали домой. Что будет с лагерем, пока неизвестно. В любом случае, в ближайшее время дети вряд ли в нем будут отдыхать. Все смены, запланированные на это лето, уже закончились. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».